повестке дня на еженедельном совещании в мэрии ряд вопросов и один из основных – мониторинг цен на социально значимые продукты питания. Как правило, в начале лета ценовая динамика цен соответствует сезонной тенденции мая-июля. В это время почти на 40% наблюдается подорожание плодо-овощной продукции. Спад цен на эти товары обычно начинается с августа после сбора урожая. Анализируя цены за второй квартал текущего года, наблюдалась схожая динамика в сетевых и несетевых магазинах. Так, зафиксировано снижение цен на куриные яйца – 12%, мороженую рыбу – 11%, крупы – 8%, поваренную соль и молоко – от 4 до 6%. Вместе с тем в сетевых магазинах наблюдалось повышение цен на белокочанную капусту, репчатый лук, морковь, куриное мясо и сахар. Департамент совместно с администрациями внутригородских районов продолжает проводить еженедельный мониторинг минимальных цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. Информация о данных ценах размещается на официальном сайте администрации, в Самарской газете, а также в социальных сетях. Заслушали на совещании в мэрии и отчет о работе за первое полугодие 2023 года Департамента градостроительства. За это время было заключено 47 муниципальных контрактов. На сегодняшний день в Самаре идет строительство 9 объектов, 10 находятся в стадии проектирования. 9 объектов, 2 дороги, 3 объекта культуры, 3 спорт-объекта, 1 детский сад. Проектирование 10 объектов – это 3 дороги, 2 объекта культуры, 3 спорт-объекта, 1 школа, 1 объект благоустройства. Получено 1 положительное заключение экспертизы. В первом полугодии 2023 года введено в эксплуатацию более 200 тысяч квадратных метров жилой площади. Из них почти 170 тысяч квадратных метров отдано многоквартирным домам. Департамент продолжает активную работу по заключению договоров о комплексном развитии застроенных территорий. До конца текущего года планируется заключить 7 контрактов. Один контракт заключен в июле 2023 года. Также главе Самары Елене Лапушкиной был представлен отчет об исполнении бюджета города за первое полугодие 2023 года. Как и прежде, он сохраняет социальную направленность. Безвозмездные поступления за отчетный период увеличились на 2 миллиарда 461 миллион рублей. Собственные доходы бюджета увеличились по сравнению с первым полугодием 2022 года на 330 миллионов рублей. То есть по состоянию на 1 июля мы наконец-то выровняли поступление доходов. Активно велись работы по привлечению средств из вышестоящих бюджетов и заключались соглашения о предоставлении субсидий отраслевыми министерствами Самарской области на финансирование объектов капитального строительства. Ольга Павлова, Константин Головин. События.